потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Приди, Дух Божий, в нашу жизнь, приди больше. Покрой, Господь, кровью Агнца это место каждого присутствующего в этом зале сегодня. От темени головы до подошвы ног. Пусть Твоя кровь, кровь Иисуса Христа, она очищает нас и омывает нас. Пусть Твоя сила действует в наших жизнях, в наших телах, исцеляя нас, в наших душах, обличая нас, восставляя нас, разумляя нас на всякую истину. Мы открываем свои сердца, Господь, для Твоего голоса, для Твоего наставления, обличения, исправления. Дух Божий, двигайся на этом месте сегодня. Ты знаешь каждого из нас. Ты знаешь наше прошлое, наше настоящее. Ты знаешь наше будущее. От Тебя ничего не сокрыто. Ты знаешь то, что мы делаем в тайных комнатах. Ты знаешь наши помыслы. Ты знаешь наши сердца. И мы не прячемся от Тебя. Мы не убегаем от Тебя. Мы пришли сегодня в дом Твой. Мы пришли, чтобы встретиться с Тобою. Мы пришли, чтобы просить о милости. Мы пришли, чтобы раскаяться в своих беззакониях и преступлениях. Мы пришли, чтобы получить милость и благодать. Боже, мы просим Тебя, прости нас. Помилуй нас, Боже. Ибо мы много согрешаем в словах, в помыслах, в поступках наших. Осознанно и неосознанно, тайно и явно. Боже, помилуй нас. Очисти сердца наши, чтобы нам видеть Тебя. Чтобы нам слышать Тебя, Господь. Чтобы нам слышать, что Дух говорит Церкви в последние дни. Очисти нас, омой драгоценной кровью, чтобы нам предстать перед Тобой славной невестой, без пятна и порока. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, за работу Духа Святого в наших сердцах, в наших жизнях, в этой Церкви, в наших семьях и в наших домах. Приди, Господь Божий, приди. Ты учи нас сегодня, Господь. Ты говори к нам, потому что Ты любишь нас. Ты любишь нас больше, чем кто-либо. Ты любишь нас больше, чем наши жены, мужья, дети, родители, братья, сестры. Ты любишь нас безусловной любовью. Когда мы сильны, когда мы слабы. Ты любишь нас, когда мы стоим и когда мы падаем. Ты любишь нас, когда мы приходим к Тебе, когда мы удаляемся от Тебя. Ты любишь нас своей отцовской, безусловной любовью. И мы ощущаем эту любовь в это время, Господь. И просим Тебя, наполни нас еще больше и больше своей любовью. Исцели нас, Господь, и утешь нас. Пусть Твоя любовь изливается в сердца наши, Твоим Духом Святым в это утро, Господь. О, Боже, 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 Боже. Научи нас приближаться к Тебе, Боже. Научи нас приходить к Тебе. В Твой дом, в Твою семью. Научи нас принимать от Тебя Твою любовь, Господь, Твою милость и Твою благодать. Дай нам войти в Твой покой и успокоиться в Твоей любви. Пусть уйдет всякий страх, пусть уйдет смущение, пусть уйдет тревога, обеспокоенность. Приближаясь к Тебе, Господь, мы приближаемся к Твоему миру, Твоей любви, Твоему покою. Спасибо Тебе, Господь. Тьма покроет землю и мрак народа. А над Тобой воссияет свет мой, и слава моя явится над Тобой.
Тьма и хаос, смущение и страх наполняют сердца людей в мире. Но надеющиеся и уповающие на Тебя не поколеблются. Спасибо Тебе. Боже. Кейла бруштала масити легле бруштала ланандей. Ленда ла брумада легле бруштала ла гасотора бруштирини. Кейла бор монтору ла бруштала гадоре легле брусомра ланандей. Приди, Дух Божий, на это место. Приди, разруши все, что не угодно Тебе в наших жизнях. Приди, разруши все твердыни в сознании нашем, выступающие против познания истины, и плени наше мышление в послушании Христу. Ленда ла брош тара мосонда ра глебро катору ла брош тара ра ренинди, ленда ла броса катору махай, кейта ла броса катору ла брош тара ла махай. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пусть придет Твоя свобода, Господь, на это место. Пусть придет Твоя истинная свобода в жизнь каждого из нас. Свобода от страха, свобода от греха. Свобода от неверия. Свобода от всякой религиозности. Свобода от всякого духа антихриста. Во имя Иисуса. Пусть придет свобода Твоя, Господь. Пусть придет свобода Твоя в жизнь каждого из нас. Во имя Иисуса. Кейла боруко шитала ла мосондо ла глебро шитала ла ленини, яси боро ла гадоре глебро шитала ла ленини. Боже, мы не хотим уйти с этого места такими же, как мы пришли. Ты прикоснись нам, Господь. Ты преображай наши сердца и наши жизни в образы Иисуса Христа, Сына Своего. Боже, мы просим Тебя. Все, что не угодно Тебе в нашей жизни, Ты, Господь, удали от нас. Удали всякие грехи и беззакония. Боже, очисть уста наши, чтобы нам не грешить, чтобы нам не пустословить и не роптать, чтобы нам не осуждать. Очисть сердца наши, Господь, от всякого лицемерия и лукавства. Очисть, Господь, от всякой ненависти, обиды и непрощения. Научи нас любить и прощать, как Ты возлюбил нас и как Ты простил нас. Боже, помоги нам. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. О, Боже, помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. Хвала Тебе, Боже, хвала Тебе, Боже, хвала Тебе, Боже. Хвала Тебе. Иисус вошел в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков из камней, продающих голубей, опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дому молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Приди, Господь, сегодня также. Приди в наш храм, приди в наши дома, приди в наши семьи, приди в наши церкви.
Мы призываем Тебя. Ты глава церкви. Ты Господин. Ты хозяин. Изгони всех ковщиков. Изгони продающих. Опрокинь все скамьи и столы. И научи нас молиться. Научи нас приближаться к Тебе. Научи нас приходить к Тебе. Видеть Тебя. Слышать Тебя. Повиноваться Тебе. Войди в каждый храм. Войди в каждый храм. Войди в церковь свою, Господь. Войди в нашу жизнь, войди в наши семьи. И очисти нас, Господь. Пусть наполнится храм Твоей славой. Пусть наполнится храм Твоей силой Твоей, благодатью Твоей, любовью Твоей. Очисти сердца наши, Господь. Очисти семьи наши, Господь. Очисти церковь свою. Приготовь невесту свою. Приготовь невесту свою для встречи с женихом. Благодарим Тебя, Боже. Благодарим Тебя, Боже. Мы здесь, потому что мы любим Тебя. Мы здесь, потому что мы хотим приготовиться к этой встрече с Тобой. Мы здесь, потому что мы хотим славить Тебя, и мы воздаем Тебе славу, честь и хвалу. Мы здесь, потому что мы хотим молиться и ходатайствовать за народы, за правительство, за семьи, за детей, за наших родных и близких. Мы здесь, потому что мы верим, что Ты живой Бог. Ты царствуешь и правишь, Ты отвечаешь на молитвы, Ты слышишь стон и Бог. Мы здесь, потому что мы любим Тебя, Господь. Потому что мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь в наших жизнях, в наших семьях, в наших домах. Мы благодарим Тебя, Господь, за прошлое, за настоящее. Мы благодарим Тебя за хлеб, за пищу, за одежду, за обувь, за финансы, за силу, за здоровье, за защиту, за ангелов Твоих. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог каждому из нас в это утро еще больше осознать реальность Твоего присутствия в нашей жизни. Это не религия. Это не традиции, не обряды. Это встреча с живым Богом. Это общение с Ним. Это благодарность Ему за все, что Он делает в наших жизнях. Это каждодневное доверие Ему и упование на Него. Это не споры о проповедниках и о церквях и деноминациях. Это жизнь. Это не традиции и формы проведения богослужений. Это реальная встреча с живым Богом. С Богом, который сотворил этот мир, небо и землю, солнце и луну, животных и птиц, рыб морских и зверей полевых, который сотворил тебя и знает тебя по имени, который видит тебя без воли, которого волос не упадет с головы твоей.
Это встреча с Творцом Вселенной. Это общение с Богом. Это познание Его воли и исполнение, и послушание Ему, Его Слову. Боже, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что мы приступили не к мертвой религии, не к идолам и формам, не к традициям и обрядам, не к ритуалам и формам, но к Тебе, единому живому истинному Богу и посланному Тобою Сыну Твоему Иисусу Христу. И через Духа Святого мы можем приближаться к Тебе, общаться с Тобой, говорить Тебе и слышать Твой голос, повиноваться Тебе, любить Тебя, пребывать в Твоей любви. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Миллионы людей не знают Тебя. Находятся в лжи и обмане, ложных религий. Следуют за лживыми богами, идолами. Но Ты выбрал нас. Ты отделил нас и освятил нас для святого служения Тебе. Чтобы мы могли приходить в Твой дом, дом молитвы. Открывать свои сердца, говорить тайны своего сердца. Чтобы могли встречаться с Тобой, познавать Тебя, любить Тебя. Укрепляться Твоей благодатью, укрепляться Твоей силой. Благодарим Тебя, Боже. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Приди, Дух Божий, приди, Боже, приди, Господь. Научи нас молиться, Господь. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Научи нас поклоняться Тебе в духе и истине. Научи нас слышать голос Твой. Открой уши наши. Открой сердца наши. Научи нас слышать, что Дух говорит Церкви. Открой наш разум к разумению Писания. Исполни нас Духом премудрости, откровения, познания Тебя. Просвети глаза сердца наше, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Твоего и какое славное богатство Твое для нас, верующих в Тебя. Дай нам увидеть то, что Ты приготовил для нас. Дай нам увидеть Себя во Христе Иисусе, одесную Тебя превыше всякой власти, всякого имени, всякого господства. Дай нам увидеть и осознать, что все прошлое прошло, и теперь все новое. Ты возродил нас на новую жизнь. Ты записал наши имена в книгу жизни. И веря в Тебя, мы не умрем, мы имеем вечную жизнь. Иисус. Иисус. Имя Твое дороже всех имен. Имя Твое прекраснее всех имен.
Дух Святой, разруши всякую религиозность в нашей жизни. Всякий дух Антихриста да будет повержен под ноги Церкви. Да придет истинная духовная свобода. Свобода в любви Божьей. Свобода в радости Божьей. Пусть все, что не от Тебя, Господь, все, что не от Духа Твоего, все, что насадила не Твоя рука, да будет искоренено из нашей жизни, из нашего духа, души и тела. Освети нас, Господь. Очисти нас. Пусть Твоя истина, Господь, приведет нас к полной свободе, познанию Твоей истины, свободе в духе, в душе, в теле, от всякого угнетения, от всякого рабства, от всякого проклятия. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе. Господь, я молю Тебя за каждого человека в этом зале, за каждую семью, представленную здесь. Ты знаешь каждого, Господь. Ты знаешь наши надежды, ты знаешь наши мечтания, ты знаешь наши слабости, ты знаешь наши силы, сильные стороны. Ты знаешь наши грехи. Ты знаешь то, что мы скрываем от своих родных и близких, от друзей, знакомых, от соседей. Ты знаешь искушения, с которыми мы боремся. Ты знаешь испытания, через которые мы проходим. Ты знаешь все. И нам нет нужды скрывать от Тебя или убегать от Тебя. Нам нет нужды лицемерить перед Тобой, потому что Ты знаешь все. Ты знаешь все, Господь. От Тебя не закрыто ничто. И мы приходим к Тебе, Господь, такими, как мы есть. Мы не хотим угождать людям, мы не хотим понравиться им, лицемерить перед ними, скрывать, надевать маски, играть. Мы хотим жить полноценной жизнью. Боже, научи нас, помоги нам, приведи нас к жизни в свободе, приведи нас, Господь, в жизни в свободе от греха, в жизни в свободе от страха, от лицемерия, от лукавства, от обиды, непрощения. Очисти нашу жизнь, Господь. Пусть наша жизнь будет светом этому миру и солью земли. Пусть люди, видя наши добрые дела, прославляет Твое имя. Пусть люди, смотря на нашу жизнь, видят силу Твою и благодать Твою, видят Твое величие, Твое могущество. Мы не хотим позорить своей жизнью Твое имя. Мы не хотим быть поношением. Боже, Ты избрал нас, чтобы быть светом и солью. Осветил нас и очистил. Мы не хотим спорить, какая церковь правильная или какой проповедник лучше. Мы не хотим больше нравиться другим, стараться понравиться и угодить кому-то из людей. Мы хотим понравиться Тебе. Мы хотим угодить Тебе, потому что Ты умер за нас и воскрес. Для нашего оправдания. Ты умер для нас, чтобы мы жили для Тебя. Мы не хотим поклоняться другим богам, мы не хотим быть рабом Мамоны. Мы не хотим быть рабом этого мира, мы не хотим быть рабом Египта. Любого идола. Ты наш Господь. Мы не хотим быть рабами нечистоты и блуда, сквернословия и похоти. Мы хотим быть избранным народом Твоим, святым,
призваны на служение. Спасибо тебе, Господь. Ты избрал нас и отделил нас, чтобы служить тебе, чтобы предстоять пред тобой, как святой народ, царственное существо, люди, взятые в дело, святой и избранный народ. Спасибо тебе, Господь, что не воинством и не силой, но Духом Твоим ты можешь совершить, и ты совершаешь свою работу в наших жизнях, в наших семьях, в церквях, в наших городах и в наших странах, по всему лицу земли. Дух Божий носится над землей. Дух Божий изливается на молодых и старых, детей и подростков, юношей и девушек, призывая к святой жизни, призывая к рождению в святости и чистоте, в любви и вере в Тебя, Господь. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты запечатал каждого из нас Твоим Духом Святым. Пусть Слово истины, Господь, обличит нас и наставит нас на всякую истину. Боже, дай нам выйти с этого места другими. Укрепи нас Твоей силой, Твоей благодатью. Там, где мы вчера падали, помоги нам стоять. И где мы вчера согрешали, помоги нам бодрствовать и хранить Тебя, Господь. И где мы вчера полагались на человека или искали помощь от кого-то, надеяться и уповать на Тебя. И если вчера мы оглядывались по сторонам и смотрели на людей, ища признания, поддержки, одобрения, помоги нам поднять свои взоры к Тебе, Господь. Потому что Ты уже принял нас. Ты уже заплатил за нас. Ты уже одобрил нас. Ты уже возлюбил нас. Боже, мы отворачиваем свои взоры от людей. Мы отворачиваем свои взоры от этого мира. И поднимаем свои сердца и свои глаза к Тебе, Господь. Ты наша надежда. Ты наше упование. Ты наша любовь. Ты наша надежда. Ты наше прошлое, Ты наше настоящее, Ты наше будущее. Ты сотворил нас для Себя. Ты сотворил нас для Себя, Господь. Ты сотворил нас для Себя. Я создан для Тебя, я создан для славы Твоей. Каждый из присутствующих здесь создан для славы Твоей. Дух Божий, я прошу Тебя, помоги. Помоги нам. Не приходить в церковь, не приходить в здание, но приходить к Тебе. Любить Тебя. Общаться с Тобой. Поклоняться Тебе. Служить Тебе. Уповать на Тебя. Преображаться в Твой образ, чтобы мы могли любить ближних своих, как самого себя. Белых, черных, желтых, бедных, богатых, известных и неизвестных. Как и Ты возлюбил. Научи нас любить Тебя всем сердцем. Научи нас любить друг друга. Пусть Твоя любовь изливается в сердца наши, Духом Святым. Пусть Твоя любовь наполняет каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Пусть Твое исцеление придет, Господь. Пусть идет всякая обида. Пусть идет всякое непрощение. Господь здесь.
Ты можешь уйти с этого места другим человеком. Ты можешь прямо сейчас простить своих должников и обидчиков и уйти свободным. Ты можешь прямо сейчас принять решение оставить грех в своей жизни и сказать: «Господь, я знаю Твое Слово, я хочу жить по Нему». Ты можешь прямо сейчас принять решение прекратить врать, воровать, блудить. Ты можешь прямо сейчас принять решение оставить беззаконные пути и следовать путем, которым Господь тебе открыл и научил. И если исповедуем грехи свои, то Он верен и праведен простит нас и очистит нас от всякой неправды. И Он готов дать тебе силу, готов дать тебе благодать. И если только пожелаешь, выбери жизнь или смерть, благословение или проклятие, послушание или бунт, но ты должен знать, чем закончится твой путь. Бог не желает смерти грешника, но обратитесь и живите, говорит Господь. Давайте поднимемся на свои ноги. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это утро. Я благодарю Тебя за присутствие Твое на этом месте. Я благодарю Тебя, что Ты касаешься каждого сердца в этом зале сегодня. И что каждый сегодня может прийти к Тебе, не просто побывать на собрании, в церкви, не просто быть в этом здании, но встретиться с Тобою, открыть свое сердце, свою душу, раскаяться в своих грехах и беззакониях, идолопоклонстве, нечистоте, неправде, сквернословие, лукавство, и получить милость и благодать для благовременной помощи. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты услышал каждую молитву в этом зале сегодня, каждое сердце. Услышь, Господь. И я прошу Тебя, чтобы здесь не было ни одного, кто ожесточает свое сердце. Боже, прости нас за всякую гордость и ожесточение. И не дай нам, Господь, уйти с этого места с ожесточенным сердцем. Мы смиряемся пред Тобой, Господь. Мы не хотим лишиться Твоей благодати. Мы не хотим уйти от престола милости, не получив благодать и помощь. Мы просим Тебя, прости нас, Господь. Если Дух Святой Тебе указывает на грехи и беззакония, просто скажи: Господь, прости меня, помилуй меня, Господь. И я оставляю этот путь, я оставляю этот грех. Я не хочу идти этим путем. Я не хочу лицемерить и лгать. Я не хочу жить двойной жизнью. Я не хочу ходить в церковь. Я хочу прийти к Тебе. Я хочу жить по Слову Твоему. Я хочу верить в Тебя. Я хочу доверять Тебе. Я хочу уповать на Тебя. Я хочу любить Тебя. Я хочу слышать Твой голос. Я хочу встретиться с Тобой и смотреть Твои глаза прямо. Я хочу жить в свободе. Я хочу жить в любви по отношению к ближним, по отношению к братьям и сестрам. Боже, приди, освободи меня от всякой ненависти, обиды, непрощения, блуда и нечистоты. Боже, очисти и освети каждого в этом зале, Господь, сегодня. И пусть Твоя кровь, кровь Иисуса, стекающая с Голгофского креста, очистит сердца наши в это утро, очистит души наши. Если ты чувствуешь, что ты имеешь обиду на какого-то брата или брат на тебя, с присутствующих здесь или твоих родных и близких, кого нет здесь, прими решение написать письмо, позвонить и примириться. Если есть люди, с которыми ты не общаешься уже, на которых затаил обиду, скажи: Господь, я прощаю их, как и Ты простил меня. Если ты знаешь, что кто-то имеет на тебя что-то, просто прими решение встретиться с этим человеком и сказать: прости меня, покаяться. Даже если ты не виновен, но если ты знаешь, что кто-то имеет что-нибудь против тебя, Библия говорит: оставь твой дар и пойди прежде примирись. Мы можем годами ходить в церковь и делать вид, что мы приносим Богу хвалу и поклонение, но Бог не принимает это, потому что в сердце нашем мы имеем зло и обиду. Пришло время остановить это, пришло время исправить это. Подойди к брату, подойди к сестре, позвони родителям, братьям, сестрам, скажи: простите меня, если я обидел, если я причинил зло, если я был неправ. Боже, мы благодарим Тебя. Это не игра в церковь, это жизнь. Это жизнь по Слову Твоему. Это жизнь и хождение в любви Твоей. Боже, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за работу Духа Святого в наших сердцах, в наших семьях и наших жизнях.
Спасибо Тебе, Господь. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы каждый, кто принял это решение, примириться с ближним, простить ближнего, Ты помог и дал силу принести достойные плоды покаяния. Примириться с родными, примириться с соседями и с близкими. Изменить свои отношения к людям. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господь. Ты очищаешь сердца наши, Господь, это утро. Ты очищаешь уста наши, Ты очищаешь жизнь нашу. Ты очищаешь глаза наши, Господь. Ты очищаешь руки наши и ноги наши. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе. Дух Божий, приди, Боже. Приди, Боже, прикоснись. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Штира бросу мандара гадара басота рабалами. Лена рарабошита рарабосон дорогле брошида раренея рарабасова раренея. Кида бросу готова брошу. Спасибо Тебе, Аллилуйя, великий святой наш Бог.